владимирцы и гости нашего города, дорогие друзья! 9 мая отмечался День Победы в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. Сегодня и каждый день мы вспоминаем подвиги наших героев, тех, кто отважно сражался за нашу мирную жизнь. Вечная память павшим и безмерная благодарность живым участникам Великой Отечественной войны. Номер 10. Бакар Бакаров. Номер 11. Илья Жаров. Номер 15. Номер 25. Дмитрий Хохлов. Инспектор игры Павел Борисович Гинзбург, город Москва. Мяч ворота футбольного клуба «Торпедо Владимир» с пенальти забил Рустам Васильдинов, номер 11. А также эти принципы, обеспечивающие общественный порядок и общественную безопасность. Запрещается осуществлять действия всех лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования. Thank you.
Отошли, спокойно, отошли! Давай, давай! Отошли, оттуда! Давай, вали! Отошли, руки убрали! Давай, давай! Давай! Номер первый – Артем Ковешников. Номер второй – Денис Перфилов. Номер пятый – Александр Мясников. Номер девятый – Дмитрий Колобухов. Номер... Номер 98 Максим Радченко. Номер 10 Дмитрий Захаров. Номер 11 Рустам Визентинов. Номер 88 Ярослав Фролов. Главный тренер команды футбольного клуба Александр Рюганов и Вячеслав Борисович Лудов. Thank you.
Алимбет, народный букмекер. Алимбет.